Ребят, привет еще раз. Сегодня вышел у нас обновление для ДКС 2.8, в которой, помимо всего прочего, добавили вот новый самолет 339 и новый искусственный интеллект ботов на реактивных самолетах для ближнего воздушного боя. Что это означает? Разработчик заявляет, что боты теперь стали умнее в ближнем воздушном бою, в частности на пушках. Вот, то есть бот знает, на каком самолете он летит, на каком самолете летит его противник, и, соответственно, из этого строит свою стратегию, тактику и маневры. Вот, давайте посмотрим, потому что я несколько месяцев назад уже записывал похожий ролик. Там боты вообще были тупые, да. Сейчас посмотрим, что изменилось. Давайте, вот у меня миссия была уже сделана. Вот, это у нас F-14. А, сейчас полетим против Су-27. Потому что 27 это должен быть самый сильный противник, особенно если у него не полные баки топлива. У нас сейчас стоит, например, что у нас тут? Су-27, а с заправкой 60%, да? В такой конфигурации, в принципе, сушка, она должна быть очень мощным противником, особенно для F-14А, с двигателями TF-30 и с подвесными топливными баками, с ракетами, с полным заправкой топлива. Вот. Наш самолет, в принципе, ну, такой. По сравнению с сушкой, точно не конкурент. Потому что сушка, она в маневренном бою в любом режиме должна такой загруженный Tomcat превосходить. Давайте посмотрим, что вообще сейчас произойдет. Вот. И, соответственно, так экспромтом посмотрим, насколько боты стали умнее. Да. Вот. Сейчас потрогаем, скажем так, новый искусственный интеллект за причинные места. Вот. Так, ну что у нас? Включаем Master Arm. Включаем пушки. Вот. И все, схождение. В районе 500 узлов, там чуть меньше сейчас будет на скорость на схождение. Все, давайте делаем первый поворот с упреждением. И поехали крутиться. Не перетягиваю ручку, чтобы не развалить самолет. Вот, но я уже внутри его радиуса разворота. Так, идем за ним. Это какая-то стрельба была или мне показалось? По-моему, он стрелял куда-то. Непонятно, что он творит. Вот. Давайте приотпустим ручку и начнем за ним крутиться. Давай, давай, друг, ты должен более агрессивно лететь. Ты должен на меня разворачивать, навязывать мне узкий, очень узкий бой. Потому что у тебя Су-27. А что ты творишь-то? Он ручку приотпускает, смотри, он жопу ко мне начинает поворачиваться. Он ручку приотпустил. О, друг, ты вообще что ты сотворил-то? О, друг. Друг, ты просрал все полимеры, блин, с такими маневрами. Все, о, да. Короче, парни, ну это не маневр, это вот Фокс-2, и он готов. Блин, ну это жопа, короче. О, друзья, вы все это видели, я ничего. Комментариев нет, давайте заново. Может, я что-то не так сделал? Ну-ка, еще раз. Су-27, ас. Давайте ему 50% топлива зальем. Да? Запуск. Ну, сохраним миссию, да. Давай, сохраним. Окей, полетели. Еще разок. Чё-то какой-то... Это какой-то позор. Бот ас. Повернулся ко мне жопой и разбился в воду. Давайте еще разок. Так, может быть, глюк какой-то был? Спишем на глюк. Вот, еще одно схождение. Просто я помню, Гроулинг Сандвинтер сказал, что он, конечно, не Скайнет, но вам потребуется попотеть, чтобы сбить его. Потому что он теперь понимает, на каком самолете он летит, на каком летит его противник, и, исходя из этого, строит маневры. Ну, что-то я... Пока вот я не вижу, что он строит, потому что он ко мне жопой опять повернулся. Вот что это такое? Вот, ну что? Ой, ёшкин кот, парни. Я не знаю, как это. И, кстати, пушка у F-14, вот прицельчик,
крестик, да? Он теперь рассчитывает, хрен пойми чего, непонятно вообще. Короче, Pilot Chat, это вот Pilot Chat это делает этот Су-27, по-моему. Короче, парни. Ой, пушка теперь, смотрите, пушка куда прицеливается. Да, теперь Су-27 он пытается хотя бы, видите, от пущенного огня от моего уйти. То есть заблокировать прицеливание, чтобы я сложнее мне было прицеливаться. То есть делает такие вот, как бы, не знаю, полубочечки, или как это называется, да? Вот эти кадушки. Но дело в том, что мне не прицелится, у меня прицельный инструмент вот этот вот теперь рассчитывает хрен пойми куда. То есть раньше пушка у F-14, по-моему, прицельная марка рассчитывала гораздо лучше. Сейчас она, смотрите, вот я стрелял, видите, по марке? Блин, что такое? Стреляет вообще непонятно. Понятно. Но я в него, я его поразил уже, написано было. Давайте его добивать. Ну, слушайте, я так стрелять не могу, это вообще какая-то срань. Это срань какая-то. Нет, теперь прицельная марка у F-14 стала каким-то говном. Теперь я могу только на глаз стрелять, как на ишаке. Это крест вообще, он... Непонятно, что творится. Так, ой, ёшкин кот. Мне не прицелится, потому что, ну... Просто не прицелится. Мне придется сейчас на глаз, походу, стрелять, как... На лавке. На ишаке Второй мировой войны. Потому что прицел, смотрите, ну что прицел показывает? Я не понимаю еще, что происходит. Что с прицельным приспособлением заговорился? Что такое? Что не так? Не знаю. Мне кажется, что это какая-то дичь просто творится. Бот улетает от меня какой-то. Да. Да, что-то дичь какая-то творится. Ой, ёшкин кот. И стрелять так вообще неудобно, парни. Это вообще какая-то дичь. Я не знаю, что они там... Что Хэтблюр сделал с прицелом у F-14, но это какая-то дичь. Вообще неудобно стрелять стало. Не понимаю, что-то произошло вообще с... Я не знаю, что происходит, мне просто не попасть, потому что... Потому что прицел показывает хрен пойми куда. Все. Короче, я не знаю, что происходит. Но прицел, логика прицела у F-14 стала по-другому явно себя вести, по-другому. Потому что раньше как-то он более, ну, плавнее, что ли, себя вел. Проще было целиться. И сам бот, вы видели, что происходит. У меня слов нет, короче, я не знаю. Короче, у меня без комментариев, все.